Арти 25 представляет. Всем привет, друзья, с вами Арти. Сегодня переключимся на тяжелый танк, который гордо именуется Лев. А на данный момент у меня 1 миллион 600 тысяч кредитов, как вы видите. И я, к сожалению, не успеваю нафармить, чтобы купить себе девятую арту, за которую, кстати, вы проголосовали в группе. Вот. И, соответственно, чтобы максимально быстро нафармить на прем-танке, мы сделаем одну очень такую интересную штучку. То есть 2,5 миллиона просто как с куста. 259000. Продать. Спасибо за мои кредиты. На данный момент у меня 4 миллиона. Ну и теперь мы, конечно же, отправляемся за покупочкой нашего любимого ГВ-тигра. Вот он, 9 уровень. На нем у меня первая степень, кстати. Ну, я рассказывал уже, что я его катал, чуть-чуть катал, продал. То есть я вообще с ним особо так не знаком. Но сегодня, я думаю, я с ним познакомлюсь, куплю без экипажа, потому что экипаж я посажу, наверное, с ГВЕ-100. Ну, заново экипаж качать как-то, ну, глупо и долго, наверное. В общем, покупка удалась. Идем в ангар, находим нашу артульку. Вот он, красавец, сидит. Ну что ж, сразу на него ставим, конечно же. Так, орудие не поставится без гусениц. Это 100%. Гусли есть. Топуха есть. Движок топовый имеется. Ну и радиостанция топовая. Конечно, мы остались немножко с носом. 150 тысяч кредитов, но зато теперь у меня в ангаре красуется вот такой вот аппарат, по которому я сделаю стримчик уже буквально на днях. Ну, на днях после выхода этого видоса. А какое оборудование на него поставить? Ну, по стандарту досылатель, приводы, где наши приводы. Ну и, конечно же, так как арта очень медленно и, скажем так, по трассам, когда буду тебя целить, на этой арте переезжать и уезжать сложно, давайте мы поставим с вами подбой. Тяжелый, противоосколочный подбой. Такой же, какой стоит у меня на ГВЕ. То есть модули у наших немцев абсолютно одинаковые. Вот. Зарядим немножечко голды, штучки 3, да, и одну ББшку. Я не уверен в ББшках, все это будет теститься. Конечно же, немцы, они горят, даже арта горит всегда. То есть пока ставим вот такой вот набор. Все, минус еще 50 тысяч. Ну что, арта почти заряжена, остался только экипаж, который я посажу с ГВЕ-100. Непременно сразу после видоса, наверное, и покатаю все это дело. Ну, а с вами был Арти. Все, арта в ангаре, ждите стримчик. До новых встреч, пока-пока.